TIES. Друзья, здравствуйте, с магазин TIES Market. К нам доехала машина Nissan Pathfinder. Клиент купил весь комплект дистанционно. Сам человек из Белгорода. В его городе данный комплект установить не смогли. Ну и, собственно, он приехал, записался на установку к нам. Честно говоря, тот комплект, который нам предоставил Китай, мы установить тоже не смогли. Проводка совершенно не подходит к этому автомобилю. Нам пришлось проводку подбирать от другого автомобиля. Пробовали сюда Infiniti, пробовали Тиану. В общем, проводка запустилась от Квеста, от Nissan Murano. По итогу все работает по штатному. Штатный партроник отображается. Система 360 работает тоже. Пульт центральный частично функционирует. Ну, соответственно, родного меню здесь не осталось. Джойстик работает, треки переключаются. Нижний пульт тоже работает. В общем, при включении заднего хода камера отображается на весь экран. Аналогично можно щелкать режимы. И в менюшке даже видны функции автомобиля. То есть вот запас хода, настройки света. Какая-то часть настроек отображается. Вот, кстати, нюанс. Чтобы сюда установить головное устройство, его необходимо опускать ниже. Плюс ко всему приходится подрезать часть панели штатной, чтобы все это аккуратно стояло. Обратный путь, безусловно, есть. То есть клиент, если захочет все демонтировать, по штату все будет возвращено обратно. Ни один штатный провод не порезан, не испорчен. Так что путь к штатному исполнению у клиента остался. Решение на этот автомобиль найдено. Если хотите себе такое же чудо, обращайтесь к нам, магазин TIES Market. Мы с удовольствием поможем, установим и сделаем все красиво.